приехала на этой маршрутке. Всех витаю. Давай, я спина болит. Дай сюда, дай мне сюда. Помогла. Нет, я давай я рюкзак буду нести. Давай. Ой, так хорошо, Тань, доехала я. Ага. Классно, как слышишь у вас. Смотри, ирисы цветут до сих пор. Красота. Да, солнце, нельзя на солнце быть. Ага. О, слушай, даже камни покрасили, смотри, побелили. Ой, да видишь, даже аисты в гнездышке сидят. Ой, как хорошо у вас сейчас. Ой. Кто дома есть? Кто дома? Дед, бабушка, башняков. Да? Вася где? Вася на работе. А, понятно. Юля сегодня приедет? А, там же ж будет, да, правильно? Выпускной же завтра. Ну, звонок, звонок. Звонок. Остальный звон, последний звонок. Угу. Таня, квакают, лягушки квакают? Сейчас на выводе я их не чувствую. Не помню, не слухали. Не слухали? Не квакают. Не квакают, не прислухалась. Как у тебя спина? Так, более-менее. Более-менее. Ой, испугала ты меня. С Таней заходим в вот такую красоту. Идем в хату. Туннелька Ханя. Таня говорит, туннель любви. Где ты там уже убежала, пока я включала фотоаппарат? Таня, сегодня так смешно было. Иду с этими всеми вещами, иду на автобус. Полный автобус. О, кто-то звонит. Алло, да, Галь, привет. Сейчас идем в село. К Тане я приехала, сейчас с Таней идем, в хату идем. А, не, я ж в село, я ж тебе говорила, что я в село. Только приехала. Ну, в воскресенье мы приедем, или в воскресенье вечером, или понедельник утром. Посмотрим-ка. Да. Или, ну, будем звонить, что говорить. Давай. Ай, давай, комары. Хорошо, Галь, давай, вечером давай поговорим, комары. Короче, ага. Рассказываю. Я вот так вот иду, догоняю, только дошла до остановки. Смотрю, автобус едет. Я бегом догоняю, захожу с такими сумками, еле-еле запираюсь в автобус, а там людей море же, да? И тут этот кондуктор говорит: девушка, идите сюда. А столько у вас вещей, говорит, а там людей же, а у него, у кондуктора же свое место есть в автобусе, да? Говорит, идите сюда, садитесь на это место. И я говорю, да ладно, я постою, ну, с этими ж сумками, да. Рюкзак, правда, так снимаю, это одной рукой держу, думаю, как я простою столько вещей. Он говорит, идите, садитесь, пропустите даму с Парижа, говорит, даму с Парижа, проходите сюда. А все люди начали смеяться и говорят, дама с Парижа, пожалуйста, расходятся, мужики нам не помогают, все, этот кондуктор взял вещи, тоже принес, потом мне вынес, так что я потом узнала, как его зовут Николай, так что, Николай, огромное вам спасибо. Вообще, Киев пространство надо таким людям с юмором, таким вежливым, как этот кондуктор Николай, надо премии давать. Да. Так что спасибо большое Николаю, что я приехала с комфортом. Вот с самого начала мне везло, Таня. Представляете, какой здесь запах стоит? Акация цветет. Да, тут вообще прохладно. А, еще вот типа наподобие джиды, лох узколистный тоже. Но еще не цветет он, да, еще не пахнет. Ай, красота. Еще до дома, до хаты не дошли, а уже красота, Таня. А, скошенным сеном пахнет. Красота. Вот хатынка уже. Аж душа радуется, Таня. Ну что, деревья наши растут? Растут, да. Да.
Где мы в старости будем сидеть? Скамейку надо уже делать, Даня. Ой. Ага. Что тут? Я приехала на клубнику, да? Да. Это хорошо. Да. А в Киеве давно уже продают, знаешь, вот это Бориспольский район, видимо, и Вышгородский уже поставляет. О, сеточку нацепили уже. Ага. Вон цыплята. Кукушка кукует. У вас уже новшество. Целый дворец для цыплят сделали. Ну, да. Приехала кто-то на кухне. Баба Маня? Да. А у Тани рождественник как цветет красиво. Оранжевый. Как такие вот звездочки оранжевые. Ну, я знаю, да. Еще белый, Таня, был. Я тебе тоже белый. Еще какой я тебе давала? Ну, вообще, малиновый. Белый. А, где? А, белый тоже цветет. Да. Боже мой, обычно Таня на Рождество, а вот сюда на лето. Да-да-да, белый вот, красавец. О. Добрый день! Добрый день! Ой, да не кажись. Люба, ты до сука не привезла. Кого? Дождь. Кого? Дождь. А, завтра буду. Тут даже жарко на улице. Да. Так, где я заходила? Ой, як у вас так, хорошо, як у вас? Приезжай, ладно. Дети, пока ми ще живемо. Ой, собою не позабираємо нічого. Ой, як у вас гарно. Боже мой, після нашого шумного, так, після нашого шумного Києва, да. У вас, звісно. Краще, краще. Приїхала вся мокра. Пока с Таней дошли здесь. Вообще в маршрутке хорошо было, прохладненько, быстро так приехали. Вот, красота, посмотрите. Ай, тишина, красота. Видите, аж в ушах звенит, аж мне непривычно. После Киева непривычно. С Таней отдохнули, пока было солнышко. Мы с Таней полежали, поговорили, никак не наговоримся. А сейчас вот уже, видите, какая погода. Вечер, солнца нет. Вышла на улице. А, как хорошо! Как приятны эти звуки, Таня! Как приятны эти звуки, говорю! Смотрите, какой пейзаж! Умела бы рисовать, нарисовала бы вот такую картинку с хатынкой. Какое платье, васильки, маки. Василь Петрович включил на всю мощь радио, слушает, а Таня идет кормить поросенка. Ага. У вас такого не бывает, чтобы вы отдыхали. Ну, я сюда отдыхала, лежала, лежала, скидки мои. Ой, Даня, я боюсь. А ну, дай покажу. Эй, ты дивись. Да, давай. Он не убежит? А я знаю. Будешь догонять, ты мне все. Да, конечно. Ага, сидеть не хочешь, вставать. Не хочешь. Ой, Даня, давай, закрываем. Я боюсь. Чеснок уже был. Ого, картошка как выросла. Цвести будет скоро. Ну да. А это что, горох? Да. Да ты что, скоро и горох будет. Когда ты его посадил, что он уже почти спел. Все успел. Вот им здесь хорошо, как в санатории. Гулять. А, в Хлеев уже на ночь, да? Ага. Зараза, ты вот для...
Ну ты посмотри. Может, мне с этой стороны встать? Две штуки оставь. Не, ну ты посмотри. О! Ура! О, Таня, ты куда ее? Испугалась. То я стою и пробежит. Что ты говоришь, тяпа-тяпа? Насидало. А пахнет так хорошо. Сурфини, что ли? Кыш-кыш-кыш. Да хоть палочку возьму. Да хоть палочку возьму. Давай. Все, ура! Розы цветут. Клубнику собирать? Ну, давай. Я еще перелезу. О, я одну вижу. Смотри. Вот она. Давай. Не-не-не, с этой стороны, вот. Не хочу топтаться. Ага, вот еще чуть-чуть. Бачишь? Не там, вот выше, вот. Да, еще выше. А, вот, смотри. Вот это крупная. А ну давай, не дозрела мне. Я за такую люблю клубнику есть. Я готова, она уже перезрела, я такой не люблю. Не любишь? Угу. Ну, начинай. Как классно. Забор импортный. Забор импортный. Да. Спасибо. Маша. Ну что такое? Вот. Четкость я никак не могу навести. Ты начинайся. Да. Вон такая клубника. В какую сторону-то пойдем? Рядочки ровные. Петрактор. Ого, здоровенно. Нет этих жуков колорадских. Жда. Света передала, спасибо. И там не видно так головки птенцов иногда. У Лиды сколько пионов. О. Возле Таниного дома есть большое вот озеро. А вот здесь там еще второе. А еще дальше есть? Третье. Три озера. Угу. Ой, красота какая. Да, лебеди с лебедятами вот там. Вот, но мы уже туда не пойдем. Потому что поздно. И сейчас дождь вроде бы как собирается. Эти кадры были сняты в 2017 году. Это я приехала на выпускной к Юлечке. Дело в том, что тогда у Тани с Васей не было интернета. И мне приходилось ездить, чтобы загрузить видео, приходилось ездить до вышки.
Сейчас уже у Тани провели интернет, и то видео, которое я загружаю сейчас у Тани за 5 минут, я тогда грузила часа 2-3, иногда по полдня. Стояла возле вышки и загружала видео. На этих кадрах Миша, сын Васи и Тани, везет меня к вышки мобильного интернета. В этот день была прекрасная, ясная, солнечная погода. Мы часа 3 загружали видео, оставалось буквально 5 минут, и здесь начался очень сильный дождь, гром, молния. Я испугалась и сказала: «Миша, все, уезжаем, потому что не дай бог, что случится». Миша говорит: «Нет, надо дозагрузить». Я упросила его ехать до магазина. Мы приехали в магазин, и хорошо, что по дороге оно уже само потихоньку загрузилось. А уже дальше было еще одно приключение. Смотрите. Да, впереди эта вышка уже, да? Да, да. Ну, чудо не знаю. Чудо бывает или нет. Сейчас посмотрим. Сейчас попасть. Я очень жалею, что я не сняла весь процесс, когда я загружала это видео. Ну, потому что я не думала, что все так произойдет. У меня-то интернет есть, но какая она скорость. Да. После того, как загрузили видео возле вышки, дождь льет. По грязи не знаю, как проедем. Сейчас посмотрим. Так. Чуть бы не занесло. Миша, давай не будем ехать. Миша. Давай тихо. Давай не будем ехать лучше. Подождем. Давай оставим там тете Вали, да, и все. Теперь назад нормально мы назад. Думаешь? Конечно. Видишь, здесь глина, она несет все. Ой, еще и молния. Все, нерви, нерви. Давай я толкну, что ли. И все, сели окончательно, Миша. Заглохли, да? А? Да, силы. Я ж тебе говорю, что мы сели. Сели. Глина все-таки не дала нам проехать дальше. Сейчас придет Вася, будет нас отсюда вытаскивать. Только вытолкали с Мишей машину. Сейчас я вам покажу. Ой-ой-ой, хоть бы не свалится глина такая. И всего-то дождя было 1 минута. А уже все. Проехать невозможно. Иду домой уже без машины. Смотрите, сколько грецких орехов. Это все фруктовые деревья. Гремит. Вон Василий Петрович пришел нас, шел нам на помощь уже. Нет, а сейчас шли нас спасать уже. Ну да, каждый день того, чтобы мы матерям тебе тянули.
А что там Славута, что ее там пихать? Фу. Ой, водореза только хорошо. Натворили делов и едем. Это мы так загружали возле вышки видео. Где Таня? Таня! Ты где? Иди сними меня! Ага. Таня, если ты меня сейчас увидишь, то ты упадешь. Я ж толкала так машину. И вот, смотри. У меня на очках и везде. Да сейчас шла еще, потрусилась немного. Он такой. Да господи, 2 секунды, да и все. Что нам с Мишей стоит? Такие. Миша сил много. А? Да вот рядом. Застряли. Да. Ты понимаешь, вот как вот назло все творилось, понимаешь? Оно гремит, оно гремит, остается 10 минут, и я думаю, ну что, что делать? Или уже уйти, думаю, ну жалко же, уже 96% загрузили. Что делать? Что? Ну уже мы поехали, Тань, еще дождя не было, мы уже в магазине были. А я тебе оттуда звоню, чтобы не переживали. Говорю, Мария Семеновна, она там переживает, надо ей позвонить. А вы никто трубку не берет. По зазоны. Ну, и едем с Мишей, главное. Куда ты посадишь? Ты что, на цемент? Он убежит. Нормально. А вот рядом здесь. Мария Семеновна, смотрите. У Миша задумал. Миша задумал ехать. До дому, да. Не знаю, там на повороте не приедет. Нифига не видно. Не видно? Что ты грязно? Не видно? Не, она... Вот показывай, вот значка. А все болото. На сумке, да. А сумка ж вот так висела. И так я так толкала, знаешь, его. И видишь, вся грязь вот сюда, и даже в очки вот грязь пошла. Механики. Первый пилот. Он, видишь, вот. Первый. Он несла утку до бабы Оли и куснула меня. Уже оса в воде, говорит, держи. Мария Семеновна, держу в холодной. В ледяной воде держу.